волновых в Донецк, в Луганск, в Стаханов и раздать это нуждающимся, заехать к ребятам на передовой, пообщаться, поддержать. Если связь будет, буду держать вас в курсе. Поехали. Спасибо, девочки. Спасибо большое, что знаете. Так, Вера, что ты говорила? Кому еще? Вера. То, что мы с молоду не умираем, это означает, то, что кто-то нас помнит. Он пиляет дрова, я не допрусь. Он в 11-м доме, я тетя Оля не допрусь. Ну он куда идет? Он пиляет дрова. Ну вот идет. Уже вроде бы потише. Ребята, что? Самолетики там помогают. Лива, давайте. Спасибо большое. Дай Бог вам здоровья. Всех благ. Давайте, всех благ. Берегите себя. Все. И вас пусть Бог бережет. Воронеж, привет. Спасибо за помощь народу Донбасса. Спасибо за защиту.